Всем привет! Это проект Painting and Travel и видео о нашей поездке на пленэр в Хорватию и Черногорию. Начинается наше путешествие. Прошли границу. Полтора часа. Вроде очень, все нормально. Очень быстро. Очень-очень хорошо. Вот она позади, венгерская граница. Все. До новых встреч. Едем. Темно. Да не, не надо. А, можно это? Короче, мы уже Székesfehérvár. Уже там крас сломали, короче. Нормально. 200 километров до границы еще, да? Где-то 300-350. Сейчас будем болотом проезжать. Короче, настроение чуть-чуть улучшилось, когда что-то стучать перестало. Это мы просто колпаки сняли. Ну, а проблемка осталась. Домкрат надо купить. Сейчас надо узнать, как по-венгерски домкрат будет, чтобы узнать, что покупать. Утро в Венгрии, на автобане остановились кофе выпить, друзья. Мы проехали Балатон. Сколько на границе? 100 км. 100 км? Да. 100 км мы уже в Хорватии. Выпьем кофе и поедем. И поедем. Не, еще заправимся где-то там на заправке. New history of все равно из машины особо не снимешь. Это надо бы встать, но тут не знаешь, какая парковка. А вот здесь парковка, но она платная по-любому. А с этой стороны? С этой тоже. Вернет нас на маршрут, не страшно. Не, ну мол, потом нас возвращает на маршрут, но нас потом возвращает назад. Не через в Толию. Через 200 метров поверните направо. И сразу поверните налево. Это не та дорога, я же говорю, бить твою. Короче, было два маршрута, решили выбрать самый красивый из них. Это вдоль побережья. Вдоль побережья. Будем ехать 30 км в час, но зато все увидим. Ну, не 30, там 50-60. Ну, 30. Ну, в среднем, да, если смотреть на побережье, то 30. Так, Санек, что сейчас надо Черногории. Доехали через Венгрию, через Хорватию, немножко проехали Боснии и добрались наконец до Черногории. Проехали 1500 километров, вот, ради такой красоты. Вот. Перед нами стояло несколько задач. Первое, мы хотели выяснить, сможем ли мы проехать так далеко. То есть сможет ли Саша Шандер вести машину 1500 километров? Оказывается, Саша все может. Еще и как. Ну, немножко у него затекла рука. Немножко она согнута в таком состоянии, когда он рулил. Ну, ничего, в принципе, все хорошо. Следующее. Мы хотели выяснить, как это будет в финансовом плане. То есть, насколько это будет затратно, например. Сколько мы потратим на бензин. Сколько мы потратим на плату автобанов. Сколько мы потратим на жилье.
Так что мы сейчас все подсчитываем, все считаем и в конце подведем смету. Что ты, Саня, смотришь тут? Так вот, приехал. Сколько стоит? 12 евро. Скажи, приехал, Саня, как ты здесь мокрый такой в этой кепке стоишь? Расскажи. Доехали, вот так ехали. Ты расскажи, почему ты здесь, мой друг? Я дома забыл беседки краски. Белила основную марку. Мы просто приехали закупать белила. Ну, не дешевое, но что делать? Окей. Недорого, Саня, нормально. Кто видел, сколько там миллилитров? Это не по 200 миллилитров, 225 миллилитров. Киева. Торпеды. Окей. Еще будут додавливать в этом, в Карпатах. Который день, Саня, сегодня у нас? А? Который день мы пишем? Второй. Ну, второй с половиной. Да. Не, на самом деле, третий день уже сегодня пишем. Позавчера был дождь целый день, мы ездили в Подгорицу. Купили Сашке краски. У меня был прошлеп. Небольшой. Ну ничего, краски мы купили. Зато Подгорицу видели. Но скобы забыли купить. Зато видели горную Черногорию. Угу. Это было тоже очень-очень интересно. Ну, погоду обещают нерадужную на эти ближайшие два дня. Дальше вроде солнышко. Да, пофиг. Дождик пережидаем. Под этим деревом. Не знаю, как оно называется. Оливки. Что, оливки? Извольте. Изволим. Сколько килограмм? Килограмм? How much? 10. 10 евро. Вкусное? Добре. Вкусное? Попробуй. Можно одну попробовать? Можешь, я там как не можешь. Я же вам я такой нога дебелого внука, как ты. Дебелый, кажется. Дебелого нога, так а вас де баба Вика. Хочешь? Чуть-чуть соли не хватает. Нет, но они классные. А можешь ты до соли? Но они свежие такие, понимаешь, твердые. Но мне в это, в одноразовый нету такой. Контейнер. Контейнер. Контейнер.
Može. Pa snimaš njega. Maslini. Nemoj mene snima s vama mladim. Možda. Хорошо, все. Još malo. Super. Ладно, еще одну. Супер. Хорошо. Хорошо. Это что-то с чем-то. Пошли с мисиной. Хорошо, ваши. Хорошо. Апартмент. У сына в апартаменте. А хорошо, да? Хорошо. Где же хорошо живут? Я хочу рационетку. Чекай, да видим. Пола кила за 5. 5 евро. Все, хвала. Чао. Чао. Бери, ты взял эти? Оливыча. Нет, Саня, пошли эти возьмем там. Соленые? Перченые чуть-чуть. Sorry, no. Thank you. Классная маска такая. Хорошо, у нас живут. Вот смотри, что есть. Сливы огромные. Сливы? Дайте нам в контейнер. Мали. Они, может, мелкие, но... Саня, все. Все. Хватит. А эти? Да, сильно солоно, все сушено. Еще чуть-чуть за 2 евро, можно? А это чили? Да? Остро, пробуйте. Экстра оливки. Экстра. Цена. Цена. 10 евро килограмм. Тут движение, полно народу, полно туристов. Все куда-то плывут. Все куда-то спешат. Короче, их тут всех выгружают, и они куда-то все направляются. О, слушай, как он ушел, даже ветерок чуть-чуть подул. А, он закрывал, да? Ну что, Саня, что-то будем делать? Вот хороший мотив. Даже с пальмами можно слушать. Да. Зря мы приехали. Я тоже как бы, просто что жарко будет целый день на солнце стоять, тяжело. Что там продают? А вот там есть тоже Кока-Кола. Тархун возьмёшь. Не, я хочу Лужанку. Лужанку? Обожаю Янск. Короче, не дали нам порисовать нормально. Говорю, не дали нам порисовать. Выгнал нас какой-то мудозвон. Вот. Лоцман какой-то. Сказал, нельзя, здесь туристы, вы такие грязные, уходите. Мим этот из меча. No. Сюда. Туда. Уходите. В море. Этим лучше кисточкой.
В два слоя, да. Полисируем, полисируем, короче, и нормально будет. Сейчас я дам кисточку какую-то у меня тут. О, есть, вот такая. Смотри, Саня, синтетикой. Лисерни, друг, настало время. Пришел я тебе. А вот главное, сейчас надо спустить вниз. Мы потом поставим чек туда. Да. Ты просто новый цветок нарисовал, Саня, еще один. Смотри, красиво. По узору, да? Ага. Я покажу сейчас фрагмент. Смотри. Не кричь. Ваше здоровье. Самая популярная смотровая площадка в городе, самое красивое место. Каждый уважающий себя турист должен здесь заселиться. Едем в Макарскую через Дубровник. Решили, конечно, мимо Дубровника не проезжать. Обязательно надо посмотреть, потому что потом будем жалеть, если не посмотрим. Сейчас же сразу обменяем евро на куны. Потому что в Хорватии платят только кунами, особенно за парковку и во всяких общественных местах. Так что надо найти обменник, поменять денежку. Вечер, а солнце печет. Даже не верится. Вроде бы 1500 километров от украинской границы, а уже пальмы, яхты, экзотика. Вечерняя жизнь. Приятно прогуливаться, честно говоря. Как-то даже умиротворяет, убаюкивает. Все на таком релаксе, все отдыхают. Конечно, хорватский курорт – это вечный праздник. О да, Хорватия – это праздник. Но праздник не для всех. Если ты художник и приехал на пленэр, отдыхать тебе некогда. Тем более, если ты приехал всего на несколько дней. We'll be right back.
будем благодарны за поддержку нашего проекта на сайте Patreon. Нажимайте ссылку в описании, проходите быструю регистрацию и выбирайте удобный для вас уровень спонсорства. Вы получите доступ к эксклюзивному контенту и поможете нам в реализации наших творческих идей.